Туда поехали. Молодец. А зачем сюда? Да их там дохерища, там звезда стартовала с первого ряда, у нее концепт слабый, плохо разгонится. Да нормалек. Лене, походу, перегруз по трафику интернет идет, дергается. Выключай стрим. Да у него должен быть нормальный интернет, это ж Москва. Кто-то нитро юзает. А, дерево. Фак, ну нахера ты это сделал? Красиво улетел. А сейчас Андрюха сам, блин, стенку поцеловал. В жизни возвращается. Здесь сделано, да? Миксается. Блин, Андрей, ну ты вообще мой любимый гонщик в этой гонке. We'll help you select the facility type and location, the treatment type, the affordability, and the length of stay. If you need urgent help, fast track admissions are available. And whether it's insurance, addiction help hotline is discreet with our confidential secure matching system. Stop being afraid. End the addiction. Help is just one free phone call away. Call the addiction help hotline. We're standing by now to help you get your life back. The call is free. Call now. Да, заюзай еще разок. Значит, он не самый быстро восстанавливающийся. Ну так заюзаю. Значит, не восстановился. Нет. Кристина еще ж сегодня хотела подойти, что-то нету ее никто не в этой группе. Так она ж вроде в другой группе. Видел? Ага. Третья, по-моему, она. Пропустил. Почти не догнал. Все, не догнал. Кто был такой суицидальный? Валентин. Вообще. Ну, гороховая.
биотопливо. Я когда был маленький, спросил у отца, что такое второе дыхание, он мне по приколу так объяснил. Я так и запомнил. Походу кого-то выбил. А, нет. Я, ну я ровно еду, я тебе не туда. Так и знал, что так и будет. Что Валентин найдет меня все-таки. И придет за тобой. Да. Так, мистер Царь, поднимитесь, пожалуйста. Да, вы с ним договорились, видимо. Андрей не умеет этот поворот проходить. Яску змейку. Фу. Это мне везет, пипец как. Извиняюсь, Катя. Ну да, на нитро. Райан Рок только что достиг уровня 31. Ну ты нуб вообще. Да пипец, я сам в шоке. Может быть, боссов поиграем? Лев, объясни своей подруге, как это делается. Учись, ты журналист. Ты у нас красноречивый самый.